Друзья, всем привет! Я нахожусь сейчас на местной смотре в Батайске. Вот она, смотрите, школа моя. Кто помнит ролик? И, короче, попали мы в очень неприятную ситуацию. Сразу говорю в двух словах. Хураканчик-то у меня в гараже стоит, а вот Авентадор уже 3 месяца заперт в Сочи, я туда не могу никак попасть. То есть, я считаю, покатался на нем буквально пару раз, и все, он застрял там на подземной парковке, я не могу ворваться в Сочи, потому что сейчас в связи с карантином, в связи с этой пандемией... Lamborghini, Lamborghini. Короче, в этом выпуске вы увидите операцию под названием «Спасение Авентадора из жестких границ Краснодарского края». Но это только на словах так все красиво, посмотрим, как будет на практике. Потому что после сегодняшних событий я уже не рассчитываю ни на что. Мы пытались поменять резину заднюю на Хуракане, меняли ее 4 часа. Хотите посмотреть, как это было? Это просто пиздец. На обычной машине покрышки меняют 20 минут, край вообще, с балансировкой совсем. А тут 4 часа. И то еще не сделали все до конца. Короче, смотрите сами. Короче, нужно поменять резину на Хуракане. Мы уже полчаса стоим, мы уже понять, куда нужно подсунуть домкрат, потому что внутренняя установка на шиномонтаже, она не позволит проехать Хуракану из-за того, что у него очень маленькая высота до днища. Короче, вот сюда она не заедет. Точнее, она-то заедет, но потом хрен поднимешь. Вот она, резина новая. Короче, уже минут 40-50 мучаемся. Позвонили уже во все сервисы. Ламбу. Оказалось, что домкратом вообще поднимать нельзя. Нужно на платформе одновременно на 4 точках опоры поднимать эту машину. Но там еще и проблемы с тем, что затянуть эту шайбу, как у Формулы 1, нужно под определенным давлением, ни больше, ни меньше. Вот именно здесь, я гулял в детстве. Смотрите, огромная площадь, красота. Тут даже с высоты птичьего полета выбита надпись «Батайс будет лучшим» или что-то вроде этого. Тут, короче, был прокат, и многие прогуливали уроки, ходили играть в КС-ку. КС 1.6 еще. Все гуляют, в принципе, как и здесь сейчас, на карантин всем похер. Вот такой Батайс. Пойдем, ладно, брат. В Сочи попасть человек без прописки Краснодарского края не может. Если ты поедешь на машине, то тебя не впустят, потому что нужен специальный красный пропуск и прописка Краснодарского края. Короче, мы нашли одну схему, как туда можно скорее всего залететь. Но это тоже не факт. На машине с своим ходом мы выезжаем до Краснодара. Там нас встречает человек, у которого есть красный пропуск по Краснодарскому краю и прописка. Садимся к нему в тачку и едем до Сочи. Попытаемся проехать в багажнике. Покажу это все вам. Далее едем, забираем авент и сразу же на авенте обратным ходом едем в Краснодар. Там я заезжаю на 2 суток. Мне делают ТО, потому что подошло время. Кстати, ТО стоит вообще пиздец. Узнаете в выпуске сколько. Завтра в 9 утра мы стартуем, едем в Краснодар. Увидимся через 10 часов. Ну что, друзья, это 9 утра следующего дня. Сегодня, между прочим, 28 мая, четверг. И мы выехали из Батайска. Я спал часа 4. И нам предстоит путь из Ростова, из Батайска в данном случае, в Сочи. И сразу же обратно из Сочи в Краснодар. Это жесть, просто жесть. Вот такими невыспавшимися глазами мы стартуем этот день. А мое солнце светит на небе, меня несут туда, где... Короче, подъехали к посту, разграничивающему Ростовскую и Краснодарский край. И нас попросили припарковаться и получить транзитный пропуск, там, скорее всего, температуру померяют. Корона ее минус. Корона минус. Корона ее минус. Короче, мы, блядь, уже час времени, сука, потеряли вот на этом гребаном посту. Не пропускают вообще ни при каких обстоятельствах. Его, видимо, только недавно поставили. Охренеть. Можно проехать, если только у тебя есть родственник старше 65 лет пожилой на территории с пропиской. Либо у тебя есть прописка, либо какая-то недвижимость. По-другому вообще никак. Даже не можем из Ростовской области выехать. Все нахуй, блядь. Полтора часа времени убил, зато получил 2 пропуска сразу и на Авентадор, и на этот. Мне прислали из стоматологического центра справку, типа я туда еду. Бля, это было так сложно. Но мы это сделали. Я это сделал. Фу, бля, это... Фу. Прикинь, я как договорился. Мне 2 пропуска сделали. Смотри. И на Авентадор, и сюда. Это вообще убери. Нельзя палить, что у нас много пропусков, они сказали. Вообще.
Короче, наделали пропусков, можно ими утащить. А у нас бензина еще нету? Охренеть. Все, наконец-то, справляемся и летим. Короче, сейчас подъехали уже к Краснодару, к въезду. Сейчас будем пытаться въехать в Краснодар. Вон менты стоят на въезде. Сейчас будем пытаться. Все, вообще без проблем. Видимо, увидел вот этот пропуск под окном. И сразу такой палочка, проезжай, говорит. Все, мы в Краснодаре. Кстати, мы сюда не выезжали вообще авентадоры забирать, потому что вот эти вот все ограничения, пост могли перед Сочи не проехать, очень все строго, без прописки не въехать. А как оказалось, эти ограничения усилили минимум в два раза, потому что вот просто из Ростовской области даже выехать нереально. Короче, сейчас вообще жесть, я не знаю, как мы будем в Сочи попадать. Если мы до этого собирались в багажнике, то как сейчас? Под днище зацепиться, проехать? Я не знаю. Ну, короче, сейчас мы заедем, возьмем охуенного хавчика, уже заказали. Резко поедим, оставим машину, пересаживаемся к другому человеку, кто согласился нас до Сочи отвезти с красным пропуском, но это ничего не значит, потому что у нас их нет. И все. И будем пытаться дальше ехать. Жесть. Короче, мы в итоге какими-то там жесткими способами загнали ее на эту платформу. И сейчас не можем разобраться, где находятся точки опоры, потому что там алюминиевые листы, и там хруст происходит при соприкосновении домкрата. Бля, проблема заменить колесо. Я не думал, что вот в этом будет проблема. Зато в Батайске были шины полуслики Pirelli Pizero Trofeo R на все колеса. Что очень удивительно, потому что их вообще в России сейчас нигде нет. Вот они. Просто деревянные. 500, ну, тот уверен, в Москве говорит, 530, не больше, не меньше степень. Короче, позвонили в Москве в Ламбо-сервис, позвонили в Краснодар в Ламбо-сервис. В Москве сказали, что нужно затягивать с усилием 530 ньютон-метров вот эту шайбу. Ой-ой-ой, хруст какой-то. В Краснодаре сначала сказали 800, потом говорят 600. А в Москве сказали, если меньше 530, то там открутится, если больше 530, то вообще нахер сорвете. Вообще непонятно, кого слушать, кому верить. Но такие реалии, блядь, колесо не можем поменять. Короче, даже открутить не получается, это полный пиздец. Все, там мы снимали, прикипело просто, очень давно. Да? Друзья, только забрал М5 после 3.5 месяцев простоя. Я не катался из-за карантина, не был в Москве. Она еще и в оклейке у меня ебанутая, как вы помните. Я вам скажу, эмоции переполняют. Смотрите, какая она просторная, комфортная, красивая. Просто посмотрите на нее, друзья. Просто посмотрите на эту лялю. Короче, мне осталось постричься, и будет все идеально. Все так гораздо лучше, друзья. Теперь можно ехать на съемочки. А конкретно на работу курьером. Друзья, это пиздец. Мы сейчас так ебашили. Просто я вообще в ахере. Я только из Питера вернулся. Я так привык к шашкам, что это просто полный пиздец. 3 месяца на ней не катался. Это, считай, купил новую тачку. Лучшая тачка на земле, наверное. Соска. Короче, мы подъезжаем сейчас к одному из покупателей Zen Fashion. Ай-яй-яй-яй. Спустя 2.5 месяца мы наконец-то довезем эти кроссы. Там чувак уже, наверное, просто потерял все надежды на то, что получит их наконец-то. Из-за этого карантина просто полный пиздец был. Ну, наконец-то все восстановилось. Сейчас уже на днях мне Авентадор сюда приедет в Москву. И мы уже будем продолжать доставлять на Авентадоре, блядь. Авентадоре. Короче, это просто рандомный чувак. Он не тысячный, не 500-й. Мы ему решили просто доставить. Ну просто, по приколу. А что делать? Ебать, это помялось! Да, ну, пиздец, мы ебашили, да ну нахуй. Так волнительно на самом деле, если честно, да? Здорово. Как тебе вот первые эмоции, первые ощущения? Кайф. Рейс такси выполнила. Ну,
Fashion. И вот так вот может быть с каждым, кто закажет любой шмот у Сани в Zen Fashion. Ссылка есть в описании. Кто не знает, что это такое, короче, ты можешь найти любой брендовый шмот за любую сумму, хоть за 500 тысяч рублей, скинуть ему, он тебе найдет точную копию, один к одному, которая не различается абсолютно ничем, но в 10-15 раз дешевле. Все изи, максимально легко. Заходи в телеграм-канал, там у него огромный ассортимент, либо вообще скидывай любой шмот, он тебе найдет. Кто экономит, тот кайфует на полную. Красиво, Краснодар, да? Это Ставропольская улица, тут все шушкуют, нет? Напиши комментарий на месте. Посмотрите вот сюда. Короче, я открыл окно вот на такую щель. У меня кондиционер на всю работает. Обдув сиденье, и мне жарко стало. Плюс 30 на улице. Жесть. Ой-ой-ой, какая тут жара, друзья. Смотрите, какая сочная М3 стоит. Просто нереально крутейшая. Здорово. Здорово, Дима. Дима. Дима? Дима. Дима. Короче, сейчас будем пересаживаться с X на X. Тоже на M-ку. Мы пришли в Hollywood Smile поесть. Так, давай сделаем анбоксинг еды. Вот так вот он выглядит. Это тут самая вкусная яичница с томатами, которую я пробовал в мире. В одном заведении в Краснодаре. Бургер с говядиной, с бараниной. Бараниной. Тут котлетки щучьи. Щучьи из донской, салатик. Щуки. Короче, новая проблема. В Батайске и вроде как в Ростове нигде нет вот этого динамометрического ключа, который может выдать 650 ньютон-метров. Короче, мы оставили ламбу. Сейчас поедем в Ростов. Заберем у сотрудника Porsche центра этот ключ на 600 ньютон-метров. Перейдем сюда, закрутим, отвезем. И вот такие приключения, пиздец. Друзья, кстати. Да, пока он его ждем, покажи. Короче, пока мы его ждем 2 часа, я увидел тут турничок и вспомнил, что в Инстаграме недавно проводил челлендж 30-дневный. От 1 до 30 подтягиваний с 1 до 30 дня. Кто со мной его выполнил, а это 22 человека. Тех я обещал проходить на Авентадоре SVJ. Так вот, наконец-то я еду за Вентом. Надеюсь, смогу его забрать и всех показать. А кто пропустил этот челлендж, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Там это проходит часто. Кто пропустил, тому сочувствую. Так давайте потянемся. Кстати, челлендж длился с 1 по 30 апреля. И мы ждем этот гребаный красный пропуск уже часа 4. Мало того, что сложно было сюда попасть, теперь и выехать сложно. Сейчас 5 вечера, только сейчас мы стартанем в сторону Сочи. Ой, четко гранты. Короче, пересели из X6M в X6M. И такая вот смена получилась. Да, заправочка. Короче, в итоге пропуск не сделали. Мы не дождались. Это, блядь, в 5 раз усложняет ситуацию, но как-то так. Короче, до поста осталось 3 километра. Ваши ставки, сколько мы там пробудем на посту? По времени. А ты с какую контору последуешь ставки ставить? Через ванви, например, можно. Я думаю, минут 10-15 максимум. Вообще предлагаю в багажник залезть. Как думаешь, он будет в багажник залезть? Как в фильме «Бумер», да? Этот, скажешь, багажник не открывается. Слушай, командир, что-то заклинило, не открывает. Здравствуйте.
отправляетесь? В Сочи направляемся. Что там в Сочи? В Сочи работа, честное слово, хирург. Делали только желтый, красный должен был сегодня, обещали сегодня сделать. Думаю, что сегодня это уже будет точно. Ну, желтый есть. Да, хорошо. Ага, хорошо. Like that I'm ghost. The club is like the weatherman. Every corner knows it's full of snow. Идем закручивать колесо на ванну. Короче, вот такого размера ключ оказался. Шел четвертый час замены покрышек. На, о нет, 100. Сколько времени прошло? Просто 4,5 часа меняли покрышки. Две задние, пиздец, полный. Может, газ в пол? Здравствуйте. Здравствуйте. Обшмонали полностью всех, все карманы, все машины, все сумки. И говорят, пока не видим оснований вас пропускать. У вас нет пропусков. Говорит, что камер так много? Вы что, блогеры? Тогда точно разворачиваю. Я держу рай. Все, пропустили. Я держу рай. Я говорю, мы зубные блогеры. Мы зубные блогеры. Водитель этого X6M раньше владел GLE63, правильно я понимаю? Да. Последнего кузова. Да. И как тебе после GLE BMW? Что скажешь о Mercedes? Mercedes достаточно комфортный автомобиль. А где отброс ебаный, блядь? Как ты сказал? Отброс ебаный. Короче, до этого без камеры он сказал, это отброс ебаный. Отход, отход. Отход. А третий сорт не брак, да. Как еще раз отход? Третий сорт. Третий сорт, да? Да. Короче, Mercedes хуже, да? Конечно, намного. Прошлый век, реально, будто бы 5 лет разница в технологиях. Как будто, да? Да, как будто. I don't wanna wake, I don't wanna sleep, I don't wanna suffocate, I don't wanna breathe, I don't wanna drink. Что мы в Сочи, детка? Короче, мы приехали на смотру местную. Тут движ какой-то лютый. Пацаны, а можно вопрос? А это ламба Димаса из Батайска? Я пилон моне бичес, пилон, пилон моне бичес. Пилон моне бичес, пилон, пилон моне бичес. Авантадор дон ле бендо. Короче, там негде заселиться, вообще нет вариантов, невозможно снять. В Олимпийском парке все выключено, ничего не горит, Сочи вымер. Из-за карантина все закрыто, ни одной, ни единой машины в Олимпийском парке. Я выложил сторис, мне нужна квартира на сутки, либо дом. Знаете, что мне отвечают? Есть жилой гараж, если просто для переночевать, то вполне сойдет. Чисто на бенз или на букет цветов для девушки подкинешь и хватит. Смотри, мы вообще можем сдать, мы с братом живем в квартире, мы как раз собирались уехать. Можете, в принципе, сюда подъехать, и я адрес могу прямо сейчас скинуть. Пацаны живут в квартире, час ночи. Я хочу освободить. Сука. И даже если мы не уедем, у нас там второй этаж есть, мы можем, если что, на втором этаже остаться, вы на первом. Если вас устраивает, приезжайте. Да и, в принципе, бабки не нужны. О, это вообще нормально, типа. Слышь, он скинул адрес и потом пишет, приедете? А, ну тут, короче, квартира есть 13500. Трехкомнатная. А вот этот тип, который съезжать собирался, фотку скинул. Ебать. Покажи. Я б там жил. Короче, мы нашли дом, походу. Крутой дом, да? Короче, наконец-то доехали до Вента. Уже красивая тачка, я вам. Ну да, уже она красивая. Вот она, красивая. Жесть. Прикиньте, он разрядился. Не, он вообще сдох. Ладно, давай прикуривать. Так. А, ну вот, да? Плюс. Сначала подключаем сюда, потом сюда подключаем. Да. Минуту ждем. Да. Потом да. Я знаю. Стой, уже искры. Бля, испугался. Тут, короче, все ошибки высветились полностью. Короче, не заводится. Пока что не заводится. Но хоть загорелось все. Короче, 16:06, 4 часа вечера, мы только сейчас продаем Краснодар. Погнали.
вроде серпантинчик даже с дождем. Охеренный. Сзади нас две полосы и едут наши ребятки на сопроводе. Два джипа просто вот так вот. Не пропускают никого, и мы едем. Это так круто выглядит просто. А тем временем вышел новый альбом Бульвара сегодня. И мы его слушаем. Кто любит, ставьте лайк. Ваши комментарии, господин. Комментарии обнимаю. Это, блядь, просто ебать. Вид, что с видом? Вид в потоке просто бешеный. На парковке хуйня, в потоке пиздец космос, блядь. Охуенно, а ну, даже кадры. Давай, да чисто зафотошопить надо, давай. Да такой, знаешь, этот эффект есть. Они пьют так вот, едут. Все, наконец-то забрали, эвакуировали Авент. Едем с масочкой, все как надо. Стартанули в Краснодар, наш сопровод. Фу, хоть постоять можно, уже спина затекла. Час едем, сейчас сдохну. Здорово! А ну, отъедь чуть вперед. Я тебя помню, здорово. Помнишь? Да. Слушай, чисто случайно, вот вы, да? Вот ты, да. Случайно, серьезно? Да, правильно. Что за тройка у тебя, расскажи двух словах. Тройка, что это комнат, 2 литра продаю, кстати. Короче, мы торопимся, дождь идет. Понятно. Все. Давайте, удачи. Удачи, удачи. Друзья, это самый преданный подписчик. Первый раз я его встретил, еще когда ехал на мини-купере из Ростова. Сюда, в Сочи. Он был на мопеде, я сейчас приложу фотку, смотрите, это было когда, года 3 назад. Потом он меня снимал, когда я нашел там Куракани, летом еще, тем, год назад. Ехал из Сочи в Ростов, он здесь в Лазаревской живет, он по пути снял сторис, я помню. И сейчас третий раз я вспомнил его тачку, остановился, просто жесть, просто красавчик. Самому жесткому посту, интересно, остановит нас или нет. И в принципе надо вообще его проезжать как-то аккуратненько. Тихо. Зачем ты нас? Это не я, она сама спускает. Блин, там вообще все лакеры, ты, наверное, порадовал хоть сотрудников в этой сложной работе. И наконец-то прекращается дождь, сейчас будем поливать просто по жизни. Кайф, я уже чувствую, какой он кайфовый. Офигеть, нас боком сейчас скинуло жестко. Дима! Говорит, короче, звук топ, ебать. Это просто пиздец. Это просто... Это реально, блядь, нахуй... Сережа занят делом, фоткает лампу. Мы сейчас пересаживаемся, короче. Влад, ты готов? Я, блядь, ты готов? В ожидании уже с того момента, как я вообще в Краснодаре. Первый раз в жизни сесть в SVJ. Только не выпади по-братски, блядь. Мы что, другим проезжаем 2 метра, там менты хлопают. Да. А тем временем сейчас ставят пиздатый кадр прям вот оттуда. I'm like Yosemite Sam in the Wild West. I just laugh at them when they wear vests, cause it's headshots on sight. I don't do beef, I just lay it to rest. I'm so hungry, my thoughts sound malicious. On my journey, I'm chasing my riches. I got so many reasons that I gotta make it, so I wake up and I go pee. I move like I'm the mob in my own. Короче, друзья, от первого лица, вот просто смотрите. Вы едете на Aventador SVJ по серпантину. Проехали топсы. Хотите так же? Купите Aventador. Друзья, короче, только что менты нас догнали без бегалок и выщемили, короче, икса и за нами едут. Шкода Октавия на чипе, блядь, валит пиздец там. Ебать, они пиздец наваливают, блядь.
Славе на стейдже пиздец как валит. Это очень круто. На стейдже. Наваливайте и все прочее. А ну-ка остановись, типа. Ну-ка остановись, да. Говорит, дай СТС-ку посмотреть. Я говорю, что не верится? Да, я хочу просто убедиться. Вот если бы вот такими были все сотрудники, у нас бы в России их просто вот так вот целовали, обожали. От души без кипиша и не спеша раскрывается в песнях моя душа, освещает путь солнце и луна. Время 21:53, и мы приехали в Краснодар. Все. Короче, друзья, покатались по Красной улице и собрали за собой просто толпу. Сейчас остановимся. Тут вроде местная смотра. И посмотрим, что будет дальше. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I'm never slow. All my night. Короче, подъехала ЦЭшка, Stage 3, новые турбины. Полная трасса, выхлоп дичайший, ну да. Вот такой Мерседес мне нравится. Все остальное говно. Под 500 сзади тебя моя приехала, посмотри. Сзади что? Сзади тебя. Я видел буду? А? Видел? Да. Привет, передавай. Привет, Настеева. Короче, приехали за Иксом. Вот он их стоит. Дождался нас родненький, да? Мы по стандарту что сейчас? Поедим охуенного хавчика. Купим его сначала. Поедем спать. Темная ночь. Только пули свистят по стене. Короче, мы тут хату сейчас снимаем. Идем за закладкой. Короче, закладка заключается в том, что ключ от квартиры, которую мы снимаем, висит на каком-то столбе. Еду за закладкой, еду за закладкой, мэн. Что-то не в порядке, не в порядке, мэн. Запарковались, короче, идем спать. 2000 рублей стоят сутки в этой квартире. И плюс за паркинг мы заплатим по 2000 за машину, то есть 4000, всего 6000, грубо говоря. Вот такие тут условия. Чисто однушка. Подъем. Блять, новые проблемы, не могу с паркинга тупо выехать, прикиньте. Проехал шлагбаум уже, чиркает, все, застрял, считай. Застрял в паркинге, пиздец полный. Еще и бенза нету, сука. Еще. Белые полосы, Rolls-Royce, Rolex'ы. Похуй на законы, ведь у нас есть кодексы. Сучек есть комплексы, комплексы. Короче, тут нет активной аэродинамики в сравнении с перформанты.
Зато есть монитор и задние подруливающие колеса. Пишет на себе подписчик на М2. Говорит, давай пересечемся. И он подъехал. На дичайшем каком-то выхлопе. Карбоновые элементы, карбоновые полностью руль у него. Короче, оказалось, что парню 17 лет. Он на этой М2 уже год катается. Она реально там мощная. Stage 2. Все дела. Вид имеет. Давай, чтоб тебя не штрафовали менты, я за руль сяду. Давай. Короче, друзья, все, мы вышли из салона. ТО получилось равно сумме 152 тысячи рублей. Это просто замена масла. Все. Радикальный феминизм здесь. Друзья, мы сейчас стартанули в Ростов. Я сейчас поменялся с братом, сел в X, а он на Авентадор. Я его первый раз со стороны в движении вижу. За красота, друзья, просто космолет какой-то. Как же он ебануто выглядит со стороны. Это что-то другое, это нечто. Посмотрите, какая цанца, какой звук, блять, это просто пиздец. Блин, 230, как же он уходит жестко. Но мы едем в виртуальной игре, как вы знаете. Все это компьютерная графика, виртуальная игра. В виртуальной игре пиздато кататься. Блять, это просто пиздец, какие красивые диски у него. Влезла на 3000 рублей. Makeup, hair, did, got kids, but she still buy wigs. Yeah, my bitch got bundles, hood, bougie and petty. Got good pussy and pretty. Блять, да ну нахер, я сейчас открыл окно, и меня оглушило, просто оглушило. Я теперь понял, про что брат говорит, что сзади невозможно ехать. Давай, давай. Пиздец, просто глушит перепонки. Смотрите, скорость 250. Смотрите, как обходит. Я держу газ пол, он уходит. Очень стремительно. Я вам скажу, X тоже бодро держится. Who you kidding around? All that hating still can't bring me down. Matter of fact, look how I'm living now. Can't give you fingers, just to bring them out. Spanish woman with me sipping crown. Друзья, просто посмотрите, какая тут пробка. Охренеть, вы это видите? Она до сих пор продолжается. Это просто мрак. Это жесть. Мы в тот раз простояли, ну, минут 5 максимум. Сейчас люди тут стоят, наверное, по часа 2. До сих пор. Блять, смотрите, окно, видите, открыто? У меня сейчас от него камень прилетел. Перепонку между глазом и кожей вот сюда, прям большой. Просто пиздец. Повезло, что не в глаз. Блин, в Ростове пыльно, грязно, одни камни на дорогах. Вот это вот неприкольно. В Питере, ой, в Краснодаре вообще классно. Дороги все не скользкие, крутые. Отдельное удовольствие его видеть на родных дорогах. Бля, Ворошиловский проспект. Аж глаза от эмоций стыдятся, просто кушать. Ну чё, как тебе, Владосик, такое такси до дома в Ростове?
Я вообще, знаешь, можно на ней ездить, все это пиздёж, что это, блядь, невозможная машина, она хоть, блядь, в Москву нахуй на ней едет, блядь, своим ходом. Вообще похуй. Это пиздец, а потому что сейчас мы въезжаем в Батайск, друзья. В Батайск въехали! Бля, это просто нахуй пиздец. Сейчас тип обернулся, как будто, я не знаю, так, блядь. Блядь, реально трэш. Батайск, Авентадор, свечай, сука. Мне кажется, нам реально тут не место. Надо срочно Москву депортировать. Вот, блядь, долбоёбы. Вот, блядь, обращение, друзья, к долбоёбам, которые, увидев ламбу, начинают шашковать, газовать, создавать экстренные опасные ситуации на дороге. Ну вот нахера вы так делаете? Не будьте дебилами, блядь. Едьте, наоборот, спокойно. Покажите свою порядочность. Зачем, когда, увидев ламбу, ты начинаешь вести себя, блядь, как будто, я не знаю, что ты пытаешься доказать? Нахуя это делать? Ты хочешь въебаться, что ли? Не надо. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war. А, ну чуть не забыл самое главное, зачем же я поменял резину на Хуракане? Потому что у меня в планах поехать в середине июня в Питер на ней из Москвы и там залететь на какой-то новый построенный трек. И более того, в связи из-за этого карантина до сих пор тачку не разыграли. Как только все уладится, более-менее можно будет спокойно по городам передвигаться, ее сразу же один Вин совместно со мной разыграет. А пока что я вам досниму нереальнейшего контента с этой бести, просто пушка. Как раз для победителя будет идеально новая целочная резина за почти 80 тысяч рублей, просто два баллона. Вот такие цены, просто.